Вот, друзья, вот такая вот красота у нас сегодня получилась. Куриные ножки в духовке. Классные, ароматные. С классной кожицей. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал. С вами Виктор и... Тёма! И Тёма! И сегодня мы приготовим классные куриные ножки в духовке. Очень простой рецепт, но получается просто бомбически как вкусно. Да? Да. Поехали. Вот такие вот ножки у нас уже. Хорошо я их промыл и просушил кухонным полотенцем. Убираем пока в сторону. Для начала нам нужно сделать панировку для ножек. Берем муку. Здесь у меня соль, сладкая паприка, чили, черный перец, чеснок и зира, кумин. Смешиваем все это с мукой. Все хорошо размешали. Теперь я беру вот такой вот контейнер для панировки. Также можно и взять какой-нибудь просто большой целлофановый пакет. И пошли сюда ножки. Закрываем крышкой. Хорошенько вот так вот трясем, чтобы все это было в этой панировке, все ножки. Вот так вот, друзья, все хорошо перемешали. Вся панировочка, не вся, ну сколько нужно, прилипло, этого достаточно. Далее я разогрел немного форму, чтобы растопить сливочное масло. Смешаю сливочное масло с оливковым. Это даст дополнительный классный аромат. Немножко сюда оливкового масла. И кусочек сливочного. Эти два масла будут запекаться вместе с ножками и будет очень классный аромат отдавать. Так, масло у нас растаяло, аромат классный. Теперь берем ножки и выкладываем сюда. Вот так вот. Возьму их еще вот так вот в масле немножко обваляю, чтобы они со всех сторон были масляные. Ну и вот, вот так мы все обваляли, друзья. Обваляли в масле, в муке, в специях. И теперь отправляем все это в духовку. Духовка разогрета до 200 градусов. Я думаю, так минут 20-25. А с одной стороны подрумянится, потом еще раз перевернем и подрумяним вторую сторону. Вперед. И вот, друзья, прошло у нас где-то примерно 30 минут. Смотрите уже, какая красота получается. Теперь нам нужно перевернуть эти ножки, чтобы они запеклись с другой стороны. Мука набухла, делает такую классную корочку. Ай-ай-ай. Вот так вот все перевернули. И опять отправляем их теперь в духовку. Я думаю, где-то еще минут на 20, чтобы запеклась еще здесь верхняя корочка и нижняя тоже. А что теперь? Теперь опять в духовку. Еще раз. Так, друзья, прошло у нас еще 15 минут. Смотрите, ножки наши вот такие подрумяненные. Просто ароматные, классные. Сейчас не торопимся их сразу кушать. Берем фольгу, накроем их фольгой и пускай они в таком виде еще минут 5 в горячей форме постоят. Немножко дойдут. Вот формочку, в которой мы будем сервировать, можно сейчас поставить в духовку. Духовка уже выключена и форма нагреется, и потом ваши ножки будут еще долго теплые стоять на столе. Ну все, друзья, курочка наша отдохнула, уже не терпится попробовать. Выкладываем ее на сервировочную тарелку. Вот, друзья, вот такая вот красота у нас сегодня получилась. Куриные ножки в духовке. Классные, ароматные, с классной кожицей. Ну что, Тёма, снимем пробу? Да. Давай. Шкурку тебе убрать, да? Да. Шкурку не хочешь.
А папа шкурку съест. Она что, горячая? Да. Нужно с габелем. Вилочку тебе дать? Да. Вкусно. Вкусно? Ну супер. Косточку вот грызи. Папа тоже попробует один такой вот чикен с кетчупцом. Вот так его надо кушать, Тёма. Так, берешь и... Ребятки, сказка. KFC отдыхает. Без всякого фритюра, без заморочек. Перемешали в духовочку. Это так вкусно. Класс. Еще порезать. Вкусно? Набери прям ручками, Тём. Кушай вот. Смотри. Ну ты какой культурный, порезать тебе. Кушай. Супер. Ароматы всех приправ. Нежное, сочное мясо. Кайф. Мука, вот эта шкурочка. Обалденно. Не могу оторваться, извините. Классно, Тёма? Тёма не соврёт. Тёма сказал классно, значит классно. Они вот такие. Вот такие, да? Да. Дорогие друзья, ножки получились у нас просто бомбические сегодня. Всем рекомендую приготовить, не пожалеете. Да, Тёмыч? Да. Спасибо всем, кто досмотрел наше видео и вообще, кто смотрит наше видео. Кто пишет нам комментарии, ставит лайки. Огромное вам спасибо. Всех обнимаю. Всем классного настроения и до новых встреч. Пока-пока. Пока. Кушай. Смотрите, какая ляля. Вкусная ляля. Вкусная ляля. С ручком еще. Класс. Да, Тёмыч? Обалденно. Сейчас все съедим, да? Пока-пока.